Так я смотрю, и слева, и справа, походу, все заболочено. Эфир не очень активный. Ну, в этом маршруте ведущий решил проехать через Омск, сравнить западный обход, ну, объездная дорога Омска, и через Омск. Условия условия, время, ну и как лучше проходить Омск. Как лучше проходить Омск по объездной или через город? По объездной чуть подальше, на километров, по-моему, на 5, на 7. Путь длиннее, но в городе вот светофоры, там какие-то заторы, пробки. Видно луну периодически с левой стороны. Заранее искать место для ночевки, для привала, дело неблагодарное. Справа по ходу движения в километре Горовка, деревня. А с левой стороны через примерно 4 километра Бекишево, прямо у дороги. Вот огни с левой стороны видно, это вот и есть Бекишево, населенный пункт. Посоветоваться, где остановиться на ночь.
полотно дороги обработано какой-то химией, и эта химия вся на фарах, то есть видимость никакая. Белесая такая пленка покрыта. Ну вот решили помыть. Сразу видно, как улучшилось освещение. Полотно дороги обработано какой-то химией, и фары покрылись белесой пленкой. Было очень плохо видно, поэтому остановились, чтобы промыть фары. Сразу видимость резко улучшилась. Что за химия, непонятно. В общем, здорово влияет на видимость, на освещение. Это вот пленка от химии, которая обрабатывает проезжую часть. Ну, сразу и освещенность улучшилась, причем резко, потому что двигаться было очень тяжело. Вот можете сравнить освещенность до и после остановки. Левый поворот на деревню Павловка. Деревня Павловка на озере Шишкино. Но берега заболочены. Берега заболочены. Встречные автомобили слепят. Не то, что дорога вот в Краснодарском крае на разделительной полосе стоят светоотбойники, и движение гораздо комфортнее. С правой стороны Ивановка, деревня.
на дороге, но ее не видно практически. Интенсивность движения достаточно высокая. С правой стороны деревня Тавличенко, довольно-таки крупная. Видно улица, центральная улица Советская. С левой стороны по ходу Степановка деревня, с правой стороны Быструха. Ну, на небольшом удалении от дороги небольшие населенные пункты, поэтому свет. С левой стороны в километре, наверное, Валово-Ядрино, с правой стороны Калиновка. Прямо по ходу река Облуха. И напомню, что вся территория заболочена. Ну, болото – это естественное природное образование, самоочищающееся, саморегулируемая система, поэтому к болотам у меня отношение положительное. Да, комары, конечно, кровососа достают. Но болото у меня несет такой позитивный оттенок, или как
позитивную информацию. Болото это не городская ядовитая свалка. Болота были, есть и будут. Впереди по ходу населенный пункт Красный Яр. Достаточно много небольших деревенек справа. С левой стороны крупные населенные пункты Чернолучинский. С левой стороны от дороги гораздо больше крупных населенных пунктов. Река проходит. Название не могу прочитать, не вижу. Извилистое русло. Ну, по всей вероятности, река Авлуха. Вот с левой стороны должны увидеть огни Красного Яра. О, извиняюсь. Прошу прощения, с левой стороны река Иртыш. Река Иртыш. Просто не увидел название. Недалеко от дороги, примерно... Ну, в 3 километрах. Это с левой стороны. Ну вот, подъезжаем к месту, где остановимся на ночь. Красный Яр кафе. Ну вот, зашли, ознакомились с обстановкой, ситуацией. Нам показали место дислокации, где можно остановиться, чтобы никто не мешал. В стороне довольно-таки просторная площадка, автомобилей никого нет. Ведущий уже припарковался. Ну, это в кафе, я не догадался взять интервью. Yeah.
Ну, здесь что было ночью? Значит, отмечали какое-то мероприятие, или свадьба была, или какое-то другое торжество, я, честно говоря, не понял. Не догадался взять интервью. Но, впрочем, и интервью-то брать было не очень удобно. Люди немножко навеселе, поэтому вот умываюсь снегом. Люди немного навеселе были. Им было, наверное, не до этого. Вполне нормальное место. Можно остановиться с семьей, с детьми. Есть банька. Ведущий пошел в баню. Принять баньку. И его там заперли щеколдой и забыли. Я перебрасывал видео на внешний жесткий диск, когда раздается звонок. Ведущий говорит: «Открой меня, закрыли в бане». Ну вот я пошел искать, нашел эту баньку, отодвинул щеколду. Но он пошел, высказал несколько своих мнений этому охраннику, кто закрыл его, тот извинялся. Ну, понятно. Я говорю: «Если бы не было у меня телефона, ну вот вышиб бы дверь тогда». Вот такое маленькое приключение. Ну вот по утрам завариваем кофе, немножко взбодриться. Морозно было, температуру не знаю. Мне место понравилось. Тихо. Довольно тихо. Стоимость стоянки 100 рублей. Ночевки. Это местное радио, омское уже работает. Как местное омское радио. Да недалеко до Омска. Так, вчера заляпали машину этой химией. Дорогу, видать, поливают или посыпают реагентами. Весь автомобиль вот в этом белом налете таком, просто жутко. Малейшее прикосновение к автомобилю и на одежде следы этой химии. Это первое. Во-вторых, значит, залепило вчера фары, вынужден был остановиться, но не видно абсолютно ничего. Так. Замерзайка есть еще. Связывался вчера с техподдержкой. Денис, парень техподдержки.
техподдержки сказал, что по видеорегистратору вот этот режим затемнения, информация отключить. И проблем не будет. Сказал ему также о том, что несоответствие спидкам, вот о них предупреждений о дорожных знаках, камерах, соответствует действительности процентов на 50, может быть даже меньше. Особенно в Бурятии, особенно вот в Челябинской области. Я предложил на форуме написать свои замечания, пожелания разработчикам. Это будет принято во внимание. Не знаю, приеду, вернусь, напишу. Совсем мало, надо будет заправиться, пройдено от Москвы 2753 километра. И место-то хорошее, тихо, спокойно. Вот. Но вчера в буфете поужинал и получил серьезные проблемы с желудком ночью. Почему сжога замочила меня тогда, помню. Питаться в дороге с собой берешь, все равно нет. Все равно после остановки на привал все равно берешься в этот момент. Ну, здесь уверенно ловит FM. Почти все каналы, очень много радиостанций ловит на канале FM. Не то, что вчера на канале AM поймал там две-три станции, то со скрипом, с писком, с хрипом. Так, уверенный прием. Так, сейчас гляну. Да, уверенные приемы, микрофоны Билайна. Да, давай. Все, стартуем. Только сейчас на заправку. Ну, что там будет? Какая... Покинули Красный Яр. И двигаемся в сторону Омска. Или радиостанцию выключил, или по телефону болтает, блин. Последний камень. Все. Выше.
справа, правый поворот Камышловский, населенный пункт. С левой стороны Красная Горка. И приближаемся к развилке. Километров через 5, наверное, будет развилка. Это западный обход Омска. Но мы поедем по Тюкалинскому тракту. Ну, заедем в Омск, на окраину города. С левой стороны вдоль трассы идет река Иртыш, русло реки Иртыш. Вот кто поедет на восток, значит, имейте в виду, западный обход немного длиннее, дальше. Но быстрее можно пройти Омск, потому что через город светофоры, дорога не очень. Заторы. Ну, выбирайте сами. Я предпочитаю объезжать Омск. Так, двигаемся по Тюкалинскому тракту. С левой стороны Иртыш. Прошли развязку, вот на этой развязке стоит дорожный указатель Новосибирск. По нему нужно уходить в объезд Омска. Ну, решили проехать немного через город.
С правой стороны Петрушенко мельничная, с левой стороны горячий ключ и на трассе Дружинина. Напомню, что с левой стороны русло реки Иртыш, затон Рыба. Что такое Рыба, я не знаю. На карте видно, как западный обход уходит вправо. Отдаляется. Это объезд города. Заденем окраину Омска. Самый край. В город заезжать не будем. Но при последующих поездках будет возможность, то проеду через Омск, через центр города. Двигаемся по Тюкалинскому тракту, и он переходит во вторую Солнечную улицу. Это пригород Омска. Ничего не видно такого особенного. Ну, карта показывает, что ну вот он, более-менее населенный район, по которому двигаемся. Сейчас дорогу эту более-менее отремонтировали, но было вообще кисло. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните направо. Ну, это выйдем с заправки на Волгоградскую улицу. Волгоградская улица города Омска. Залили полные баки бензина. Thank you.
Заправка, я не понял, не знаю, почему затянулась. Или покупали что-то. Наконец-то тронулись, двигаемся по Волгоградской улице и на перекрестке сворачиваем. Положение определено. На улицу Кондратовка. Вот Волгоградская улица, и сворачиваем. На повороте ушли направо. Улица Кондратюка. Ну, в принципе, объехали Омск. Не объехали, проехали Омск, наверное. С левой стороны далеко аэропорт Омск. Ну как далеко? Полутора километрах от того перекрестка, где мы ушли направо, примерно в полутора километрах аэропорт Омск, центральный. Сейчас он находится с левой стороны. Ну вот, по сути, и покинули Омск. Пригороды еще тянутся вдалеке с левой стороны. Но мы уже за городом. Видно, интенсивность движения достаточно высокая временами.
сожалению, нет разделительных отбойников. Это немного напрягает во время движения. С правой стороны верхний карбуш. Трасса Р-402. Вот впереди развязка. Впереди развязка, это на которой уйдем на западный обход. Западный обход. И наше направление на Новосибирск. Уже повернули давным-давно. Впереди мост через реку Иртыш. Ну, особо ничем не примечательный мост. Так что проезжая можно даже не заметить. Так, впереди будет развязка. И от развязки начинается Новосибирский тракт. На развязке левый и правый съезд – это Черлакский тракт. Мы же будем двигаться прямо по трассе Р-254, которая носит вот такое название – Новосибирский тракт. На трассе много
продавцов в эфире 15 канала можно услышать. Предлагают продукты питания, сигареты, спиртное, ну и много что еще. Ну вот мы на мосту, на развязке. Под нами левый и правый уходы, это Черлакский тракт. И вот мы... Впереди камера, ограничение 60. И вот мы, в принципе, на... в начале Новосибирского тракта. Вот Сибирь зимой. Достаточно высокая плотность движения по всей трассе до Новосибирска. Трасса Р-254, на мой взгляд, в хорошем состоянии. Конечно, отлично поставить ей не могу, по той причине, что нет разделительных отбойников между встречными полосами движения, нет светоотражающих, как в Краснодарском крае, не светоотражающих, а светоотбойников. Солнце в лицо, но... Так что в темное время суток тут морозное движение под напряжением взвеси иней, взвеси иния, поэтому не так слепит. Летом очень красиво здесь, невероятно красиво. Желаю всем проехать по этому тракту. Получите. Получите удовольствие. И после зимы обновят разметку. Обочина есть. С левой стороны в километре, наверное, Октябрьский населенный пункт. Вообще радиообмен на трассе довольно-таки высокий. А сейчас что-то помалкивают. Кстати, не обольщайте себя надеждой, что за дорогой нет контроля. Достаточно много скрытых видеокамер. И чтобы не поймать письмо счастья, ну, старайтесь поддерживать скоростной режим согласно установленных знаков. Oh,
правой стороны зеленая роща. Но отправляясь в такие поездки, я бы советовал приобрести радиостанцию, чтобы быть в курсе некоторых событий. Ну, купить хорошую дешевую радиостанцию можно вот на перевале через Уральские горы. Я говорил, от Карпачева. Можно там. Производительная дорога, много грузов перемещается, достаточно интенсивное движение. Справа, примерно в 2 километрах, деревня Аксаковка, чуть ближе по ходу движения справа Немировка и Станкеевка. С левой стороны вдоль трассы на расстоянии, наверное, 1,5 километров проходит железная дорога. Вдоль трассы слева и справа редкие рощи, небольшие рощицы. Это сосед ремонт делает. Задолбали этим ремонтом, честно говоря. С левой стороны по ходу 0,5 километра новая деревня. С правой стороны совсем далеко Салтыковка, примерно в 5 километрах. И на таком же расстоянии деревня Сосновка. Ну, между ними есть дороги регионального значения, местного значения. Мы двигаемся по Новосибирский тракт, трасса Р-254. Движение в сторону Новосибирска. Впереди примерно через 15 километров развязка. Левый поворот Корниловка. Правый поворот, вообще правый съезд. Это Черниговка, Некрасовка, Сосновка, Новоселье, Новый Привал. Такие маленькие деревеньки. С левой стороны, по ходу, более крупные населенные пункты. В
деревеньки с дороги не видно, они окружены вот этими рощами, рощицами небольшими. Если не забуду, в начале следующей серии размещу короткое видео о ночевке, о месте, где можно остановиться на ночь под Красноярском. Будете проезжать ЖОЗ или СОЖ. Можете от меня передавать привет. Я думаю, хозяину кафе будет приятно. Вот заканчивается 14 серия. Сколько всего серий будет, я сказать не могу, надо считать, там дофига еще. Вот, ну а вслед за видео Москва-Красноярск и видео Москва-Крым начну размещать видео «Россия из окна поезда», рубрика «Россия из окна поезда», Красноярск, Москва. Советую посмотреть хотя бы первую серию начала, как цыгане на железнодорожном вокзале в Красноярске пели на камеру, танцевали. Подружился я с ними. Так, ну все, комментарии заканчиваю. Еще совсем немного. И серия закончится. Ну все.